Сегодня мы поговорим, как вот на этот распаковка лицензионного диска Windows 7 домашняя расширенная. Так, ну вот диск лицензионный Windows 7 на домашняя расширенная. Я купил в магазине. Вот я снял целлофанку. Вот. У меня я заклеенный стикер. Вот. Windows домашняя расширенная. Microsoft. Сведения можно найти на веб-сайте www.microsoft.com/go. Так, видите, это не буду. Вот. Вот такой упаковщик диска. Такой хороший. Хороший. Цена по хорошему. Дорогие диски. Вот. Такой можно открыть коробку. Вот. Какой выпуск в Windows подходит вам больше? Вот. О, самое лучшее развлечение на вашем ПК. Вот. Написано при переходе с Windows XP некоторых версий Windows Vista. Так, читаю. Так, версионная система навигации по рабочему столу. Упросит. Пассивные задачи. Так. Вот, сейчас почитаю. Но и рабочие положения предназначен для Windows XP. Windows XP. Можно будет запускать в скрите Windows XP моды. Так, итак, давайте вот к DVD в комплекте. Комплект входят диски с 32 разрядной и 60 разрядной версии. Содержит пакет обновления F1, SP1, сервис пак 1. Вот, вот видите на нас сайте www.windows.com. Windows 7. Так, давайте я сейчас буду вот хороший диск, красивенький. Windows и домашний расширенный. Сейчас диск сниму. Коробочку. Вот. Вы можете установить Windows 7. Вот коробочка с логотипом новая. Чем лучше Windows 2000, чем лучше Windows XP, Windows Vista. Windows Server 2008. Открываем коробку. Вот, все. Вот 100 версия рекомендована. Вот. Это обувь установит 32 разрядная ПО. Вот. DVD. Windows 7. Там у вас не расширена. Так, и сейчас. О, диск вытаскиваю. Так, сейчас покажу. А это X64 разрядная не надо, мини надо, потому что мини понравится, у нас на компьютер не будет работать, а это 32 это будет работать. Так, сейчас прочитаю инструкцию. Так, проводите обновление с Windows XP. Так, вот, это книжка. Инструкция по установке Windows 7, Windows 7, просто как никогда. Так, давай посмотрим, что... сейчас хочу посмотреть. Вот, знакомство Windows 7. Это книжка, трудовая книга. Это новая операционная система, вы которой понравитесь данную версию. Вот, вы хотите пользоваться чем лучше XP, вы пользовались раньше. Я сейчас покажу лицензионный диск Windows XP Home Edition. Так, я сейчас беру, покажу лицензионный.
диск, Windows XP Professional. Я уже я хочу. Я сейчас буду диск. Windows Vista диск бизнес, который вам нужен, рекомендовано компьютерщикам. Вы против пиратских дисков, не покупайте. Вот дисковые вы можете зарабатывать деньги. Диски. Диски. А, так вот, Windows Vista. А, короче, диск. А, покажу лицензионный диск с дистрибутива. А вот диск для версии Windows 7 для Lenovo на ваш компьютер. Так, а вот книжка нужен. Это книги нужен. Так, вот, это книга. Это вы можете попользоваться. Вот. Дома пользуется. Я и рекомендую все оставлять. Так, вот, книги. Развлечения. Так, сейчас пока посмотрю. И вот, посмотрю. Так. Вот. Так. Меню пуск, панель задач Windows. Закрепленный объект. Просмотр архивов. Списки переходов. Функция Snap. Функция RSEC, RUPEC, RSEC. Технологии плоскостного ввода Windows. А вот сейчас вот этикетка серийного номера. Вот, вы можете выводить этот пароль. Все, я уже флажу. На этом диске Windows 7 я уже пока буду пользоваться. На этот уже. Вот, вы можете купить лицензионный диск Windows 7 в магазине. Только купите все региональные города. В Киеве, и в Днепропетровске, и в Чернигове. Купите, пожалуйста, в Москве, в Минске. Вот, я уже, пока я уже. Купите, зарабатывайте. Сначала вы экономьте или зарабатывайте деньги. На этот все. 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 Увидимся в следующее видео. Все. До свидания.